Вопросы безопасности, внешней политики и торговли были в центре внимания на встрече президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. Thank you very much. Стабильное сотрудничество в рамках НАТО, борьба с терроризмом и безопасность. Вот что обсуждали политики, говоря о приверженности общим ценностям, несмотря на разногласия. Во время нашей встречи я поблагодарил канцлера Меркель за поддержку немецким правительством идеи увеличения трат на оборону и за усилия по увеличению этих трат по меньшей мере до 2% от ВВП. Я хочу поблагодарить канцлера за ее лидерство в поддержке НАТО и участие военной Германии в Афганистане, заявил Дональд Трамп. Думаю, у нас был разговор, когда мы старались, даже при наличии различных позиций, встретиться и сказать, вот наше мнение, а каково оно у американской стороны, и потом найти решения, компромиссы, которые будут на благо нам обоим. И это должно быть справедливо. Во время рабочего обеда Меркель и Трамп продолжили диалог, но теперь он касался в большей степени торгово-экономических связей двух стран и США с Евросоюзом. Оба политика на пресс-конференции подчеркнули стремление к сотрудничеству, уважение друг к другу и желание работать на благо своих граждан. В то же время Меркель отметила несогласие с политикой Трампа в области нелегальной миграции и подвергла критике протекционизм.